Всех приветствую на канале Путь Богача, меня зовут Евгений, и в этом видеоролике я расскажу, как и где торговать на демо-счетах, чтобы оттачивать свои навыки торговли криптовалютой. Для начала давайте разберемся, что такое демо-счет. Демо-счет – это симуляция настоящих транзакций с криптовалюты. Криптобиржи с демо-счетом предлагают своим пользователям протестировать возможность биржи, собственно, понять, каким образом выполняются транзакции, как выставляются ордера, какие существуют виды ордеров и так далее. Самое главное, что не приходится делать ошибки за свой счет, поскольку все активы являются не настоящими. Но при этом все действия абсолютно такие же, как если бы мы торговали на настоящем торговом счету. Итак, давайте, пожалуй, начнем с биржи Binance. Это самая крупная криптобиржа, о которой, наверное, слышали большинство. Как же здесь начать торговать на демо-счете? Для того, чтобы перейти в демо-счет, нужно, естественно, завести аккаунт. Ссылка на биржу будет в описании под видео. Итак, предположим, что у вас уже все-таки есть аккаунт. Для этого нужно зайти в раздел «Деривативы» и перейти в раздел фьючерсов. Нажимаем, открывается у нас здесь интерфейс, который позволяет торговать с настоящими средствами, но поскольку нам нужен демо-счет, нам нужно на него сперва перейти. Вот таким вот образом подсвечу вам карандашик, следите за ним, наводим на свой аватар. Здесь в появившемся окне нажимаем на кнопку «Симулятор торговли» и нажимаем. Открывается страница, где нам предлагают перейти сразу же на торговый симулятор уже со своим аккаунтом. Тут у меня почта моего основного аккаунта, нажимаю кнопку «Продолжить». И открывается точно такой же интерфейс, как если бы это было на настоящие средства, но разница лишь в том, что у меня теперь на балансе здесь 15 тысяч долларов, которые, естественно, не являются настоящими, но мы можем выбрать любую торговую пару из доступных, а тут, в принципе, все то же самое, что и на основной площадке Binance. Графики будут настоящими, и те же монеты, которые являются на фьючерсных сделках Binance, они доступны и здесь. Выбирайте любую понравившуюся, и в принципе можно уже торговать, допустим, не знаю, вот XRP к USDT, если вам нравится эта монета. Если вы хотите оттачивать свой навык мастерства на этой монете, то вот можете, пожалуйста, выбирать тут long, short и пошел-поехал. Кстати, сверху есть вот English, меняем на русский, и естественно весь интерфейс тоже будет на русском языке. Сразу хочется отметить, что бывает, происходит какая-то ошибка, когда вы переходите на симулятор таким образом, как сейчас показал вам я. И если у вас все-таки такая ошибка возникла, то вместе с ссылкой на регистрацию на Binance оставлю ссылочку прямую на демо-счет. Но предположим, что Binance вас не интересует. В принципе, и я все свои средства вывел с Binance на Bybit и Max Global. Ну и, конечно же, на холодный кошелек. И все это в связи с теми санкциями, которые сейчас ограничивают пользователей и держат в страхе, так как вполне возможно можно потерять свои активы на таких биржах, как Binance, которые подвластны санкциям. И, собственно, поэтому, ребята, советую присмотреться к бирже Bybit. Здесь также переходите по ссылочке в описании под видеороликом и попадаете вот на такую страницу. Здесь вы заведете также тестовый аккаунт, вот даже тут написано testnet.bybit.com. Указываете свою почту, нажимаете зарегистрироваться, указав почту и придумав пароль, нажимаете создать аккаунт и все. Подтверждаете, что вы не робот, вот такую вот капчу нужно пройти. После чего нужно ввести код, который отправлен на почту. Выглядит все это примерно вот так. Копируем код и вставляем его сюда. Здесь нам сразу же предлагают внести депозит или же пройти верификацию уровня кик 1, чтобы получить бонус на 5 USDT, но все это, ребята, нам по сути сейчас не нужно, потому что нам сейчас нужно пойти торговать на тестовый демо аккаунт собственно, из-за этого мы здесь и зарегистрировались. Давайте наведем на деривативы и, допустим, вот бессрочный USDT. Заходим, открывается у нас также интерфейс биржи, предлагается нам тут видео инструкция правила торговли. Если вы хотите, можете это смотреть, но показывать, естественно, не буду, чтобы не затягивать видеоролик. Здесь обратите внимание, что капитал изначально 0, то есть ничего нету. Для того, чтобы пополнить, нажимаем кнопку «Перевести». И нам нужно теперь из спотового аккаунта перевести в деривативный. Вот монету, например, USDT. Вот видите, сумма к переводу 50 тысяч USDT. Нажимаем «Все», «Подтвердить», и монетки окажутся здесь на аккаунте. Все, вот видите, вот 50 тысяч появились. И мы также можем открыть здесь long, short и что вам только заблагорассудится. Также можете выбрать любую монету. Здесь их очень много. В принципе, весь тот же список, который доступен на бирже Bybit при обычной торговле на реальные деньги. В этом и есть фишка, что вы торгуете, но не рискуете своими личными деньгами. Итак, как торговать, я думаю, вам не нужно показывать. Для этого есть отдельные видеоролики и инструкции. Я же вам показываю сейчас, где можно торговать вот таким вот образом. Следующая биржа на очереди — это femex.com. Ссылку на нее найдете также в описании под видеороликом. Регистрируйте аккаунт, и когда уже будете здесь, непосредственно на бирже, нужно навести на кнопку
обучения. И вот здесь, в этом меню, которое у вас выскочит, самая последняя строчка будет «Торговля в тестовом режиме». Нажимаем сюда. Здесь нам также нужно завести аккаунт, вводим почту и после этого нажимаем кнопку «Начать». На этом шаге нужно указать пароль и пригласительный код, если он есть. Естественно, код можете указать «Мой» в благодарность за мой труд и этот видеоролик. После этого нажимаем на кнопку «Продолжить» и подтверждаем свою почту. Копируем код из письма и вставляем его для завершения регистрации. Все, добро пожаловать на биржу FMX. С сегодняшнего дня вы можете торговать криптовалютой с нулевой комиссией. Да, это здорово. Давайте нажимаем на кнопку «Начать торговать». И здесь мы видим, что у нас спотовый кошелек теперь имеет 2,5 биткоина. Таким образом, этот баланс сложился из 10 тысяч USDT и 2 биткоинов непосредственно. Все, теперь для того, чтобы пойти торговать, нужно нажать на кнопку «Продукты» и выбрать либо спотовая торговля, либо контрактная торговля. Предположим, что хотим торговать на спотовой. Давайте вот посмотрим, можно ли это сделать здесь. Здесь у нас теперь доступно 10 тысяч USDT, то есть 10 тысяч долларов. И мы также можем здесь уже начать торговать. Вот покупка, продажа. Выбираем любую торговую пару. Здесь их также очень много. Именно в этой последовательности я вам и предложил ознакомиться с демо-счетами таких вот бирж. Потому что здесь действительно нет ограничений на торговые пары. На других биржах, которые пойдут дальше, будет проще завести аккаунт, но там будут немножко другие нюансы. Например, мало торговых пар. Следующая биржа, где можно торговать на демо-аккаунте, это Maxi Global. Очень прикольная и топовая биржа, одна из моих фаворитов. И она находится вне санкций. Аккаунт здесь иметь просто must have. Для того, чтобы открыть демо-аккаунт, нужно, естественно, завести сперва основной аккаунт. Ссылку найдете в описании под видеороликом. И как только вы уже будете на самом аккаунте, находим раздел фьючерсы сверху и в открывшемся меню нажимаем на демо трейдинг. Все, здесь не нужно никаких отдельных дополнительных регистраций, все намного проще, быстрее. Нажали и вот непосредственно сразу же попали на демо аккаунт. Вот смотрите, нажмите, чтобы получить демо монеты. Давайте нажмем сейчас вот эту инструкцию сейчас закончу, подождите, начать торговлю. Все, давайте получим монеты. Получите демо монеты. Нажимаю. Количество USDT. Вы можете получить 50 тысяч долларов. Ну давайте их и получим, почему бы нет. Все, нажал. Заявка на перевод успешно создана. Давайте обновим. Все, доступно 50 тысяч USDT. Средства на месте, но есть, ребята, нюансы, о которых я вам говорил. Вот, например, посмотрите. Выбираю торговые пары, и здесь есть некое ограничение. То есть список пар, которыми мы можем торговать, он значительно меньше, чем на Binance, Bybit и FMX.com. Но с другой стороны, все намного быстрее и проще. Завели основной аккаунт, нажали демо-счет, и уже вот, пожалуйста, можно ознакомливаться с интерфейсом, как все работает, баловаться, играться и учиться. Следующая биржа, где вы также можете быстро начать торговать, как на Maxi Global, это биржа BitGet. Здесь заводим основной аккаунт по ссылке в описании под видеороликом. После того, как попали на биржу, наводим на вот этот вот квадратик. Здесь открывается USDT торговля, Coin торговля, USDC. В общем, все, что вам нужно. Например, вы хотите USDT демо трейдингом заниматься, пожалуйста, зашли. Но здесь, ребята, также смотрите, вот ограниченное количество пар, даже еще меньше, чем на Maxi Global. Поэтому, ребят, ну такое вот, зато быстро. Следующая биржа okex.com. также заводим аккаунт, если он уже есть, то замечательно. Заходим, наводим мышку на активы и в выпавшем меню нажимаем торговля в демо аккаунте. Открывается сразу интерфейс, позволяющий нам начать торговлю. Все в принципе, как и везде, купить, продать, только что вот это демо деньги, и мы ничем не рискуем. Сразу вот видно, что 9000 USDT здесь доступно. Или, например, 300 токенов ОКБ. Что по торговым парам, так здесь очень даже неплохо, намного веселее, чем на Maxi Global или на бирже BitGet. Так что поиграться будет с чем точно. И последнее, что хотелось бы вам показать, это stormgame.com. Здесь, кстати, можно майнить и зарабатывать, но речь сейчас пойдет не про это, а скорее про то, что здесь очень такой привлекательный, интересный и понятный интерфейс. Заводим аккаунт, заходим, нажимаем сверху на вот такую галочку слева от кнопки «Пополнить». Здесь нажимаем на строчке «Демо-аккаунт» вот на этот
этот ползунок. Появляется вот такой вот вопрос: хотите ли вы переключиться на демо-счет? Да, хотим, нажимаем, и в принципе все, с этого момента загружается демо-аккаунт. Здесь нам сразу же доступно 50 тысяч USDT, кнопки у нас на снижение и кнопка в рост, то есть вместо short и long у нас снижение и рост. Более так вот понятно, более так вот по-простому. Если у вас язык интерфейса будет не русский, то сверху вот можно навести и выбрать понятный для вас язык, например, тот же русский. На этом, ребята, у меня все. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка также будет в описании под видео. Здесь очень много всяких различных раздач и в том числе промо-акций, на которых можно заработать. Вы были на канале Путь Богача, и если нам по пути, то знаете, что делать. Кнопка подписки доступна для всех.